Эфир. Добрый день. Добрый день, дорогие братья и сестры. Наши земляки по планете Земля. Программа «Песня в 21» начинает свою работу. Долго мы не выходили в эфир. Чуть ли не неделю. Я очень соскучился по вашим комментам, по ощущению того, что мы вместе рулим на там замечательном челноке по имени Земля. Оксана. Алекс. Вижу ли... Вот, даже Лена Пинчук откуда-то вышла. Модест. Приветствую, друзья. Приветствую. Ну что, не пущают. Не пущают триколор российский на Олимпиаду, значит, это самое. На Землеопиаду. Ну и судя по тому, как я оделся, вы поняли, куда я собрался. Вот, есть у меня замечательный шанс выступить не от имени там Путина, Сечина, там, ну, всех других таких вот. А просто как самостоятельная личность пойти и всех победить. Я сейчас усиленно тренируюсь с тем, чтобы вот выступить. Потому что, ну, получилось так, что триколор Российской Федерации подмочен фокусами, я извиняюсь, с мочой за тавтологию. И посему это не устроило Международный Олимпийский комитет. Вот, и у спортсменов, у многих спортсменов, которые жульничали, украли чужие медали, эти медали в этом году отберут. Я же пойду за честной медалью. Я надеюсь, вы не забудете, за меня будете болеть. Чем нехорош сегодняшний день, 10 декабря 2017 года? А сегодняшний день знаменит тем, что в 1948 году Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла закон, декларацию прав человека. Вот. Только теперь мир, весь мир ее как бы соблюдает. Ну, конечно, есть страны такие развивающиеся, отсталые, сырьевые, ну, там их немножко плюют в этих странах на права человека, но вообще сегодня праздник называется День прав человека. Еще сегодня поздравляю всех Романов с именинами. Вот. Чего еще успел забыть? Елена Пинчук, наш... Международный день футбола. Вот, Международный день футбола. И вот это все меня сподвигло спеть к вам песню, которую написал, дай бог, память в 2004 году, по-моему. Но я ее вспомнил, достал из этой, из заначки, спел и сам по себе удивился, как я наперед так это все сочинил. Ей-богу, ни одного слова не вставил лишнего. Все как было в 2004-м, так я сейчас вам и спою. Вот, вижу, вы собрались. Елена Пинчук, наш оператор эфира. Алла вам... из США нас смотрит. США. Ага. Анна, Натали Гургеева, Василий вижу. Лодочка. Вижу, вижу. Привет, Лучина. Украина с нами, да? Америка с нами. Вот. Ну, в общем, будете болеть, да? Тогда я... С вашего позволения, так сказать, друзья, начинаю эту песню. Дайте, дайте, дайте флаг, сразу будет все нищак. Дайте, дайте, дайте гимн, чтобы был я не один. Дайте выпить, закусить, дайте, дайте повузить. Еще нам дайте гол, 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 водки, пиво и футбол. Та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там, та-да-дам, там-там. Дайте шах и дайте мат, дайте группу Ленинград, дайте Невский и Арбат, дайте танк и автомат. Дайте выпить, закусить, дайте, дайте побузить. Еще нам дайте гол, 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 водки, пиво и футбол. Та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам. Что-нибудь украсть, дайте денег, дайте в долг, а не то
какой с вас толк? Дайте вражью нам страну, мы поедем на войну. Не забудьте наш прикол. Гол, гол, водка, пиво и футбол. Та-та-та-дам, там, там, та-та-дам, там, там, та-дам, там, там. И футбол, 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 футбол. Долой библиотеки, долой театры, долой университеты. Вот такая песня. Дай бог памяти. Я надеюсь, что ее было хорошо слышно. Текст мы в комментах и аккорды разместим. Хотя там аккорды простые, там три аккорда. Ре мажор, ля мажор, да... Что у нас там еще было? Соль мажор. Все, три аккорда. Такая песня замечательная. Вот как бы так вот. Из 2004 года я заглянул в 2017. Вот. Спортсменов, которые хотят поехать на Олимпиаду, которые к этому всю жизнь готовились, я, если они, конечно, не запачканы в шулерстве, я благословляю, если так можно сказать, отсюда. Пускай они поют, победят, и пускай состоятся, как например, музыканты состоятся в своих делах, как ученые состоятся в своих делах, пускай спортсмены тоже состоятся. А комитету Российской Федерации, да, или как это называется, не знаю, в общем, этой конторе, я ничего не желаю. Вот. Вроде бы я все сказал, так, я что-то не заметил. А, значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами. Будьте здоровы.